Здравствуйте, на телеканале СТВ программа «Манилю Маек», в студии работает Рахат Батырбекова. Мы продолжаем говорить о эпидемиологической ситуации по Чуйской области, а именно сегодня мы поговорим, какие меры предотвращения коронавирусной инфекции предпринимает в Алмыдунском районе. Для этого в студию мы пригласили заместителя акима Алмыдунского района Гульмиру Куштабаеву и директора по лечебной работе Чуйского областного центра семейной медицины Базаркула Душиналиева. Перед тем, как мы начнем нашу беседу, хочу отметить, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы всегда можете позвонить к нам в студию по номеру 0312-670191. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. И самый первый вопрос я хотела бы узнать, да, какова сейчас вообще ситуация по коронавирусной инфекции в Алмыдунском районе. Здравствуйте. Благодарю вас за приглашение. Действительно, учитывая сегодня сложившуюся ситуацию с увеличением распространения коронавирусной инфекции, по Алмыдунскому району проводится ряд мероприятий. В районе создан оперативный штаб по предотвращению и пресечению распространения коронавирусной инфекции, а также во всех 17 аильных аймаков. На данных штабах рассматриваются складывающиеся все ситуации в связи эпидемиологической ситуации с незамедлительным принятием решения. Соответствующие государственные органы задействованы в данном штабе, а также главы аильных аймаков. Непосредственно принимают участие комитеты по здоровью, которые имеются в аильных аймаках. На территории района на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия с участием соответствующих структур, то есть это отдела внутренних дел, санитарно-эпидемиологического надзора, также нами, районной государственной администрации, районным отделом образования, где на территории проводятся такие мероприятия, как в общественном транспорте, в мечетях, в центрах обслуживания населения, где в торговых точках, где имеется больше накопления народа. Проводятся также разъяснительные работы с населением о соблюдении санитарных норм, то есть это ношение масок, использование антисептиков, а также соблюдение дистанции в местах, где накопление народа. Помимо этого, на территории района во всех аильных аймаках, то есть между селами, проводятся организованные автомашины с громкоговорителями, где доводится информация об соблюдении норм, а также при незамедлительном получении соответствующей медицинской помощи. Вот смотрите, ранее, вот, когда только пандемия началась, у нас была паника, да, то сейчас как такой паники нет. Сегодня только в Алмыдунском районе, вы сказали, 6 человек, да, зараженных выявили. А вот в красных зонах как обстоят дела? На сегодняшний день в Алмыдунском районе, в селе Арашан, расположен центр доврачебной... Я извиняюсь, у нас звонок. Давайте примем звонок и мы продолжим нашу беседу. Так, звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. У меня вот вопрос гостям вашим. Слышно? Меня да, слышно, да? Мы вас слушаем. Вот. Ранее, как вы сказали, то, что ведутся разъяснительные работы в этих в местах скопления народа, скажите, пожалуйста, а есть какие-либо результаты там от этих проводимых работ, да, получается? Да, результат есть. Есть ли снижение зараженных? Или да. Ага, хорошо, спасибо большое. На сегодняшний день проводится ежедневно мониторинг заразившихся, обратившихся на дому, выезжают на дом мобильные группы. И в свою очередь действительно имеются результаты положительные
Потому что на месте, когда проводится разъяснительная работа, она еще вывешивается и в части обзорной информации. Людям доводится до сведения, что есть соответствующие телефоны 118 колл-центра, где непосредственно могут получить определенную консультацию к определенным соответствующим структурам. Также действуют телефоны доверия, где, допустим, определенные дают различные виды сигналы, на которые как местные органы самоуправления, так и определенные структуры незамедлительно принимают определенные решения с передачей своевременной информации той или иной структуре, которая решает данный вопрос. Мы говорили о красных зонах. Какова там сейчас ситуация и сколько там врачей работают, да, и насколько оснащены врачи СИЗами, перчатками, масками, антисептиком? Об этом мы можем поговорить, да? Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми бизде жалпы Ал Эмин районунун калкын медициналык жактан тейлөөдө 15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана ошондой эле 24 фельдшерлик акушерлик пункт жана бир центр общий врачебный практика иштеп жатабыз. Анын ичинен медициналык кызматкерлер болсо 364, врачтары 46, 162 медайым иштейт. Эми жана жогоруда айтылып кеткендей жеке сактануу каражаттары бүгүнкү күндө жалпы медицина кызматкерлерди ал жабдыктар менен 85-90% камсыз кыла алганбыз. Азыркы мезгилдерде иштегенге медициналык кызматкерлердин толук шарты бар. Бизде мындан тышкары эми Арашан айылыбызда 32 орундукка эсептелинген атайын ушу ковид инфекциясына каршы орундук даярдалган. Мындан тышкары Чүй областтык ооруканасында 110 орундук жана ошондон тышкары 8 реанимациялык орун даярдалган. Бизде 3 рентген аппаратыбыз бар. Бирөө ошол Лебединов айылында, бирөө ошо Чүй областтык ооруканасында жана бирөө туберкулезная больница, да. Вот смотрите, например, поступает пациент с признаками коронавирусной инфекции. То есть у него или же есть ПЦР-тест положительный, или же у него есть признаки, да? Первые действия семейного врача. Что он делает? Биринчи барганда эле оорунун жанакындай даттанысын укканда биз ошо коронавируска азыркы жай мезгилинде өзүңүздөр билесиздер сасык тумоо грипп оорулары жок десем биз түздөн түз эле коронавирус жөнүндө кечиресиз ой кетет. У нас звонок, да, мы сейчас звонок. Мен биринчи кезекте ушул медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктагым келип турат. Булардын иштери, кылган иштери аябай зор болуп атат. Азыр булардын силердин эмгегиңер бааланкыс болуп атат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, дайыма ушундай элдин кызматында жүрө беришиңиздерди каалайм. Ишиңиздерге дайыма жакшы ийгиликтер болуп турсун. Рахмат. Спасибо большое зрителю. Да, действительно, мы тоже хотим вас поздравить с прошедшим вашим профессиональным праздником. И давайте продолжим нашу тему. Какие действия семейного врача при проявлении признаков COVID-19? Биринчи ошол биз көргөндө эле ошо коронавирус оорусуна шектенүү менен карайбыз дагы. Биринчи өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө дене табы жогорулап, жөтөл пайда болуп, чыйыргып, шалдырап жана ушул сыяктуу көп белгилер пайда болот да. Биз албетте биринчи жардамды көрсөтүш керек. Эгерде температурасы 38.5 жогору болсо, анын температурасын түшүрүүнү аракет кылабыз. Эң жөнөкөй формаларын анан эгерде оорулуу
жашы 60-65-тен жогору болуп, жана башка өнөкөт оорулары бар болсо, жүрөк, кан тамыр жана өпкө, сахар диабети сыяктуу кошумча оорулары бар боло турган болсо, биз ал ооруну жаткырганга аракет кылабыз. Биз өзү Сала менен районунун чоштанагы жөн мен жогоруда айтып өткөндөй Чүй областы ооруканасына же болбосо Арашандагы ооруканабызга жаткырабыз. Ага, вот вообще есть в красных зонах или вообще в зеленых зонах свободные койко мест? Или они все заполнены? Азыр Чүй областы ооруканасында баардык орун тең. Орун жок, толукталган. Ал эми эмнеде Арашанда болсо так азыр 26 оорулу дарыланып турат, ошондуктан 7 орун бош. По вакцинации, например, сколько врачей получили вакцину, отказывались ли врачи получать вакцину, да? И в целом по Алмадунскому району жители как относятся к вакцинации, активно ли они в этом участвуют? Эми вакцинацияга өзүңүздөр билесиздер, интернеттен алгандай информация, тескери информация берилгенден байланыштуу биз медицина кызматкерлерге өтө эле кыйын болду. Себеби биз вакцинация боюнча биздин саясат ар бир жаран өз ыктыяры менен деген жери бар да. Көп жерлерде ошол эле Европада жана башка мамлекеттерде бул ар кандай аргастандыруу жолдор менен жумушка албай коюу же болбосо жанакы элдер көп жерге аларды жолотпоо ушундай иш чаралар бар да. Бизде андай чаралар жок, бизде өз ыктыяры менен дегендикке байланыштуу кыйындыктар жаралып атат да, кыйынчылыктар жаралып атат. Бирок ошого карабастан бизде медицина кызматкерлер 364 боло турган болсо анын 191 эмдөөдөн өттү. Арасында бар, бирок көп эмес. Кийинки мынакай кийинки экинчи этапта жакында Кытай эл республикасынан Синофарм вакцинасын күтүп отурабыз. Мына астыңкы бир 2-3 күндүн ичинде келип калышы мүмкүн. Ошондо жанакы албай калып калган медицина кызматкерлерди жана башкаларды көрсөтмө боюнча жаза улантам. То есть медицинские работники в основном получают вакцину Синофарм. Вот сколько, вот начали, сколько у нас уже достаточно уже приехало, а Алмадунский район сколько получил вакцин? Алмадунский район боюнча бардыгы адегенде 3000. Синофармдан 1599 келген. Синофарм Кытайдыкынан. Это когда первый был? Биринчи этапта, экинчи этапта Россиянын Спутник вакцина келди 1600. Андан кийин экинчи этапта 800 доза дагы спутник келди Россиянкы. Ошол вакцинанын баардыгын тең элдерге сайып бүттүк. Баардыгы ошол 3999 вакцина доза алышты. А Палмадунскому району сколько у нас жителей? Палмадунскому району 166 тысяч, более 166 тысяч жителей. И всего получили 4 тысячи, получается, на сегодняшний день, вот на днях поступит доза Синофарм вакцины. И будут они размещены, разделены по ГСВ. Также на сегодняшний день мы подготовили места вне здравоохранения для дополнительных прививочных пунктов, соблюдения всех норм для оперативного приема людей, чтобы своевременно охватить население вакциной. Также ведется работа в плане развертанной дополнительной койки, дневные стационары военных аймаков, тоже вне здравоохранения, для готовы, да? Для оказания первой необходимой помощи для населения. Вот адреса дневных стационаров мы можем услышать? Адреса, они расположены военных аймаков, в здании клубов, определенных государственных учреждениях, да? Силами аильных аймаков, в свою очередь, и спонсорская поддержка идет. Да? Эти все вопросы они рассматривают у себя на местах в штабах.
для оперативного реагирования. Угу. То есть, потому что сегодня ситуация такая, вот ЦОВП Арашане, если у нас 32 койки красной зоны, угу. то на сегодняшний день там 26 пациентов. Ну, еще дополнительные койки есть. Помимо этого, Базар Кудышевич сказал, что в Чуйской областной больнице вот 110 коек, но непосредственно вот тяжелые случаи есть. Конечно, незамедлительно мы стараемся направлять угу. в красную зону. Вот смотрите, все равно в народе говорят, что вакцина «Спутник V» лучше, чем «Синофарм». Ажиотаж не был на «Спутник V», потому что живы все равно меньше привозят в страну. Именно был. Элдер көпчүлүк экен ар кимсе ар кандай баалайт да. Кээ бирлер ошо Кытайдын Синофарм, кээ бирлер ошо Россиянын спутниги. Экөөнүн ортосунда кичине анча мынча айырмалары бар да. Кытайдыкында жанагы вакцинация алгандан кийин побочный действие деп коет, ал ар кандай температурасы көтөрүлүп слабость болуп чыгып андай белгилер болбойт, көп азыраак кездешет. А российский спутникте андай белгилер кичине көбүрөөк болот да. Ошого байланыштуу, бирок Синофарм Кытайдыкы бүт Всесоюзная организация здравоохранения тарабынан алар колдоо алган да, Россияны караганда биринчилерден болуп. Андан кийин Россияныкы, бирок кээбирлери атайын Кытайдыкын сурашат, бирок кээбирлери Россияныкын сурашат да. Элдер ар кандай баалашат. Сейчас нету ни одной вакцины. Сейчас нету ни одной вакцины. Угу. Вот ожидаем. Сколько выделяет Алматинскому району Синофарм? На этот раз вам еще не говорили? Пока нет. Угу. Также у нас, опять же, это в народе у нас много говорят, как говорится, продажа. То есть те, кто желает получить вакцину «Спутник V», должны купить. То есть же у нас есть там барьер возрастной от 65 лет и выше же вы его получаете. А вот в Алматинском районе таких случаев не было, что врачи, может, продавали или через знакомых? Нет, такого, ни одного случая такого не было. На сегодняшний день в районе доступно сейчас социальные сети, да, активно uh-huh. работают. Uh-huh. И каждый гражданин, он имеет такое право своевременно обратиться в определенную инстанцию. Но на местах проводится работа, что в первую очередь это касается вот получения вакцины. Это пожилые люди, одиноко проживающие пожилые люди, группа риска, лица с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому как такой информации или о такой проблеме на сегодняшний день вообще вопрос не стал. Посмотрите, от вакцины разные, да, у нас идут побочные. Организм по-разному реагирует. Например, я приведу себя, я когда получала спутник V, у меня получается на второй раз повысилась температура, дрожь, да, получается. А вот в первый раз я его совсем не почувствовала. А в основном люди как бы связываются с семейными врачами, когда получают первую или вторую вакцину, жалуются на какие-то побочные эффекты. Это побочные эффекты по-разному бывают. Угу. Но большинство после получения первых доз, угу. в основном вот такие побочные действия бывают. А после второго редко. Угу. И у меня последний вопрос на сегодня, да, вот опять же, проблема компенсации врача. У нас в социальных сетях многие жалуются, что компенсации не были выплачены, да. А именно в Алматинском районе врачи получили обещанные деньги, получается. Компенсацию обещанные деньги по Алматинскому районе уже получали 11 человек. 11 человек чисто получили за прошлый год, как людям известно, по 200 тысяч сомов они уже получали на руки. А в данное время уже по решениям протокола собрания нашего Чуйского областного центра семейной медицины и Минздрава уже 12 человек уже присуждено, сказали, что деньги уже решены. Только если будет
поступать. В наличках они уже начинают, я думаю, получать. А повышение зарплаты медикам, повысили зарплату? Да, семейным врачам с 1 апреля на 100%, а остальным медицинским работникам, начиная вот с 1 июля, 50% уже это решено, уже будет получать. Ага, хорошо, спасибо. У вас есть дополнительная информация для наших зрителей? На сегодняшний день в части вакцинации хотелось бы отметить, зачастую при выезде, встречах с населением больше идет информация от населения друг к другу, как такового, не от специалистов. И, пользуясь случаем, я бы хотела бы обратиться, уважаемые телезрители. Здесь мы передаем слово свободный микрофон. Пожалуйста, вы можете обратиться. Уважаемые телезрители, в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции имеется необходимость, это коллективный такой иммунитет. В целях этого я призвала бы при получении вакцины, в первую очередь, если у вас имеются определенные вопросы, да, обращаться к специалистам, которые владеют полной информацией, и получить соответствующие вакцины по указанию, по направлению специалиста здравоохранения. Спасибо, Василий Ильич. Вы также можете обратиться к нашим зрителям, призвать. Эми азыркы валданы өзүңүз көрүп турасыздар, мурдакы валдага караганда анчалык эмес, бирок ошондой дагы алдын алып өзүңүздөрдү сактай билишиңиздер керек да. Бардык коомдук жайларда болобу, башка жерлерде болобу, жана бет капты ар дайым тагынып жүрүңүздөрдү суранат элем. Андан тышкары жанакы эл көп жерлерде, жанакы очередь кезек күтүп калган жерлерде аралыктык сактай билсеңиздер, 1,5-2 метрлик аралыктарды. Ошондой эле кээ бир жерлерде, учурга келген жерлерде жанагы дез каражаттар барго, антисептиктер, ошолорду дагы пайдаланып колдонгонду унутпашыбыз керек да. Жанагы эл көп чогулган жерлер, тойлор, свадьбалар, ушул сыяктуу мероприятияларга колдон келсе барбаганга аракет кылыш керек да. Ал эми эң негизгиси, азыр асуустагы бизге да аябай кыйын болот. Бул вакцинация боюнча активдүү катышып бериңиздер керек болуп турат да. Себеби азыр бүткүл дүйнөдө, мейли Америкада болобу, мейли Европа, Азия өлкөлөрүндө баардык жерде вакцинация жүргүзүлүп, айрым жерлерде керек болсо ошонун уже үзүрүн көрө баштады. Мисалы азыр жалпыңыздарга маалым, азыр европалык чемпионат жүрүп атат Европада футбол боюнча. Азыр элдерге уруксат берип маска тагынбай эле ошол жерде жайбаракат эле отурушат. Себеби алар вакцина алышкан, жанакы анан ПЦРге анализ тапшырып коюп, эгерде отрицательный болсо аларга свободный выход болуп атат. Ошон үчүн баардыгыңыздар тең вакцина алсаңыздар, эч коркунуч болбойт. Вакцина алгандар 100% өлбөйт деген гарантия бар. Андан тышкары эгер ооруп калса, ашып кетсе бир 7-8% эң жеңил формасы менен ооруйт коронавирустун. Спасибо. На такой ноте мы завершаем прямой эфир. Я хочу вам напомнить, что с вами была Рахат Батырбекова. В гостях у нас был заместитель акима Алмадунского района Гульмира Каштабаева и заместитель директора по лечебной работе Чуйского областного центра семейной медицины Базаркул Нушиналиевич. Так, уважаемые телезрители, просим носить вас маски, следите за чистотой, мойте чаще руки с мылом, берегите себя и своих близких. До свидания, до новых встреч.